через полгода уже каждую смену ездит, ничего не умирает, я с этим уже. Имею право, имею право. Да. Человека, заберите человека в больницу. Я сейчас такой крикник подниму. Я скрыть хочу пойти в меня. Что вы там делаете? Это что за отношение? Какое? Что вы за какое? Вы не берете его в больницу. Почему? Объясните мне, почему? Потому что он не болеет? Он не болеет. А это не экстренное? Нет? Почему? Потому это не ответ. Какой вопрос, такой ответ. Что непонятно? Непонятно, это потому что вы ей не даете ответ. Позовите сотрудников полиции. Позовите кого угодно. Нет. Человека не берут в больницу. Да что такое за отношение? Позовем сотрудников. Вы обязаны предоставить ему медицинскую помощь. Нет. Что нет? Почему нет? Нет. Медицинская помощь, которая обязана оказывать всем. Бери эту бутылку сейчас. Это не специальный вопрос. Не надо мне спрашивать. Вы просто не хотите убрать пошел бомж. Конечно. Конечно. Пускай зовут сотрудник милиции. Я его дернула, но он оставил в тепле. Кого дернула? Его, человека. Вы его еще на улице уберите. А вы давайте его не возьмете и не сделаете ему не того, что положено. Работать не хотите. Ничего я не сделала. Сейчас я еще по станции запишу. На скорой помощи написан номер по станции. Ну, мне сразу вот этот второй дерзить начал. Это ты как со мной разговариваешь? Я его по номеру. Я уже так и понял. Они просто поняли, кому они приехали, и они сразу заднюю дали. Если человек больной, значит, давайте он не человек. Ни хрена. Я права сейчас. Ну, где сотрудник полиции? Давайте. Ну, где? Что-то вам отказать, да? А как подают, у меня может человек умер. Вы обязаны оказывать помощь. Как же так-то? Что же происходит? Я понять не могу. Ну как считаете сами? Медицинский. Вы не врачи, вы фельдшеры обычные. Нам нужен врач. Нам нужен врач. А чтобы был врач, надо... Давайте я его сейчас сама доставлю в больницу. А, не важно, конечно. Ты что, отпустите? Там доказываете свои позиции. О чем тут это? Я вас вызвала на что? Чтобы вы меня нафиг сейчас послали? Нормально. Что сказать? Давайте я его сама послала. Нет. Сказали, давай. А, ну конечно. Вам проще всего откреститься. Вы на вас отвечаете. Вы что? Вам проще всего откреститься. А что вам понятно? Что вы не хотите исполнять свои обязанности? Это обязанность.